пласт. Да. Как пласт. Вот прикрепление самой мышцы, прикрепление апоневроза к кости. Вот эту точку мы колем всегда. Это ее прикрепление. Всегда колем. Но мы колем ее поверхностно. Значит, мышцы, смотри, лбы бывают разные. Вот в данном случае у нас равномерный паттерн. То есть у нас есть морщины и по центру, и латерально. То есть видишь, равномерный паттерн. Как правильно нам распределить точки кола? Расслабили. Как правильно распределить точки кола, чтобы у нас мы захватили всю лобную мышцу, да, не создав нигде там декомпенсации. Потому что если мы хорошо заколем центр, то у нас потом просто будет гулять вот эта латеральная часть. Будут гулять вот эти паттерны. Мы помним о том, что диффузия у препарата 1 сантиметр. Это линия, по которой мы фактически не заходим. Значит, за что отвечает, скажем, фронтальная зона? Первое, что чем выше мы выставляем точки, то есть верхняя, скажем, линия, да, она отвечает за активное поднятие брови. Чем выше мы поставим точки, тем сильнее мы откроем брови. Да, то есть откроем как бы взгляд. Да. Но в нашем случае мы видим, что у нас весь лоб в морщинах. То есть он достаточно такой гиперфункция мышцы. Да. Поэтому здесь мы не ставим точки, поднимаем вверх. Обязательно колем линию прикрепления апоневроза. И мы знаем, что 1 сантиметр. Вторую бы точечку я поставила бы тоже. Но все вот эти центральные точки, это очень поверхностный кол. Очень поверхностный. Дальше. И здесь мы уже можем работать. В принципе, мы расслабили. Открываем глазки. Так, что мы видим? Еще мы увидим то, что у мамы есть активное нависание верхнего века, да, избыток ткани. Да. Поэтому технику будем выбирать какую? Для того, чтобы... То есть есть техника, как мы ее называем, как чайка. Да? То есть мы будем расставлять точки таким образом, чтобы приподнять ей латеральную часть. То есть как мы расставим эти точки? Мы проговорили, что одну поставим точечку, вторую. Но здесь мы поставим буквально по пол единички. Никогда не нужно нагружать центр. Никогда. Потому что поставим, допустим, там по одной единице, утяжелим, и у нас будет опять тот же мефистофель. Не нужно. Это мышца-элеватор, которая должна потянуть вверх, а не загрузить. Поэтому равномерно выставляем точечки. Поднимаем вверх. Ставим одну точечку. Даже поставим будет отсюда, будем начинать. Одна точечка, вторая точечка. И мы проговорили то, что мы будем ставить ее в, знаешь, как крылья. Одна, вторая, третья. Одна, вторая и третья точечка. Вот таким образом. Эти точки мы будем ставить по две единички. То есть, как у нас работает? Раз и поднимем, да? И здесь приподнимем. И точка апоневроза мы тоже немножко место прикрепления расслабим. Да, но что нам делать? У нас же есть еще активные морщинки здесь внизу. И как бы эта линия, да, перехода, то есть она как бы линия достаточно страшная. Поэтому по этой бы линии, если здесь мы ставим две единички, то вот по этим точкам, вот такой вот нижний ряд, есть такое понятие, как мезоботокс. Мы делаем разведение, берем одно деление ботулотоксина и добавляем три деления физраствора. И в папульном, то есть белую папулку, мы проходимся и будем стараться идти так, чтобы это был вот шахматный порядок. Если мы поставили, допустим, смотри, вот одна точечка, вторая точечка, третья точечка, да? То здесь мы будем идти раз. Между ними. Почему между ними? Потому что, смотри, диффузия сантиметр, диффузия сантиметр, точечка здесь, диффузия сантиметр и диффузия сантиметр.
мы охватываем фактически всю лобную мышцу. Угу. Поняла? То есть, чтобы да. не было так, что мы где-то не укололи, здесь хорошо, а здесь она будет где-то немножко подгуливаться. Угу. Понятно? Да. А еще раз, по центру мы тут колем по единице? Нет, котик, по пол единички, по пол. Никогда не нагружаем центр. Угу. Никогда. Угу. Есть такие лбы, допустим, да, они сейчас на картинках, то все это разберем. То есть вот мы сделали как бы такое крыло чаечки. И точно так же здесь, по этой линии мы поставим в шахматном порядке. Раз, да. между ними тоже два. Здесь у нас точечка есть, здесь у нас точечка есть. Вот таким образом. И тогда мы ей, вот у нас, и у нас и откроется глазик. И откроется глазик. Так. Вы нашли, не рассказали, что у меня глаза разного цвета, вы не заметили, наверное. Заметили. Да, и вот темные. А, да, и этот вот это, Аня уже диагноз поставила, это тоже что-то означает. Видите, у меня здесь темное такое. У нас нарисование, да. Не-не, у меня здесь темная кожа, видите? А я сначала думала вообще, что у меня просматик размазанный. Mm-hmm. А потом уже в итоге Аня там... Ну и что, это не грязь. Никакой роли. Ну это как еще внутриплодное развитие такое. То есть это у вас с рождения? Да, с рождения. Да. Слушай, глаза, да. Кстати, не заметно, ну, потому что если бы один был, допустим, голубой, второй карий, да, то это уже было бы, да, а так, это если уже так присматриваться. Ну, я заметила, но мне как бы не совсем удобно об этом было говорить, поэтому, да, ну, у нас здесь есть, видишь, вот и идеальные крышки есть. Вообще, по большому счету, здесь бы, конечно, блефаропластику сделали. Пока не хочет. Пока не хочет. Ну, мы с Аллой сделали блефаропластику. Уже надо повторить. Сколько? 5 лет прошло. Вот. Больше, Алусь. В спокойное время остановилась. Мы не стареем. Не, я понимаю, что нужно делать. Потому что вот здесь вот темное у меня. Вот это веко, оно такое, за счет вот этого идет. Так, хорошо. Садись теперь, мы сейчас разберем разные варианты. Может быть, вы прошли 3 мышцы. У нас 7 минут, я этот кусочек фрагмент буду выставлять. Вот. Я хочу понять, что ты поняла. Подожди. Да, я по этим 3 мышцам ей скажу, чего добавить. Потому что Инусик рассказывает конкретно прицельно, а я всегда рассматриваю, когда дополняю, от тебя от большой темы к маленькой, к маленькой, к маленькой, mm-hmm. чтобы ты поняла. Вот ты, когда видишь человека изначально, что ты оцениваешь. Да, Иночка обычно идет пить кофе на этом моменте. Нет, я иду. А, ну да, не закройся. Не закрывается? Ну да, ты ж в курсе. Первое, что ты вообще оцениваешь? Вообще, вот человек пришел, просто пришел и сел. Наверное, насколько активная у него мимика? Нет. Нет. Это уже норма, тонус или гипер, или гипо, ты оцениваешь уже вторично. Ты должна оценить сначала, есть череп мозговой, есть череп лицевой, ты оцениваешь симметричность. Ага. Изначально, потому что все это дело лежит на костях. Угу. Вот каждый раз повторяю, и вроде как, ну, девочкам, да, это как, понимаешь, я считаю, что у нас в Советском Союзе было правильное образование в плане того, что у нас были параллельные науки, которые ты теоретически, если ты не дурак, мог объединить и как-то там сопоставить. Mm-hmm. Сейчас из-за границы в том числе учат отдельно физика, отдельно химия, и вот все отдельно, и поэтому ты можешь быть специалистом конкретно в какой-то схеме, допустим, дерматолог, да, mm-hmm. но если ты не поймешь причину, может быть, во внутренних органах, допустим, то и грош цена тебе как специалисту. Mm-hmm. Поэтому возвращаемся. Ты смотришь сначала на то, насколько все симметрично. В спокойном состоянии ты смотришь. Mm-hmm. Ты оцениваешь вообще в принципе, чтобы ты понимала, да, если мы говорим про симметрию. Вот это нет, мы сидим. Вот это расстояние, вот высота лба, mm-hmm. потом до кончика носа, от кончика носа до подбородка, они должны быть приблизительно одинаковы. Если этого нет, то ты понимаешь уже, допустим, что есть недостаточность, допустим, развития нижней челюсти, угу. или у нее очень высокий, ну, понятно, что мы все несимметричны. Угу. Ты сначала оцениваешь, как бы, пропорции, так? Так. А потом смотришь,
Можешь по дермальным заломам, можно просто в статике посмотреть, mm-hmm. насколько, допустим, у нее, допустим, одинаковая высота бровей. Mm-hmm. И люди, допустим, в статике ты понимаешь, что у нее одна морщина может идти вот так, а вторая морщина может идти так. И ты даже в статике понимаешь, что эти мышцы, уже у нее два брюшка, mm-hmm. да, mm-hmm. две мышцы, они же симметричные, они mm-hmm. будут работать не одинаково. И потом ты смотришь на салонный угол, понимаешь, вот это все учитываешь. Ты потом, ну, в идеале посмотреть еще в профиль, насколько наклонена голова, потому что мы разбираем с тобой и верх, и среднюю часть, mm-hmm. и низ. А, соответственно, ты должна понимать и платизму, и грудино-ключичную сосцевидную, mm-hmm. куда она крепится, угол наклона головы, наличие холки, лимфостаза и многие. И если отеки, нет ли отеков, почему они есть, mm-hmm. спрашиваешь почки, эндокринная система и так далее. И это все ты собираешь анамнез. Mm-hmm. Но вначале, когда она пришла, ты должна посмотреть плюс-минус и что-то там себе какие-то пометочки делать mm-hmm. в голове своей. Ты смотришь на нависание верхнего века, ты понимаешь, ты сразу это проговариваешь, что если оно есть, ты какие-то техники уже можешь, ну, допустим, например, у нее, допустим, есть очень тонкая кожа и паттерны. Да. Есть, допустим, да, при движении. И ты понимаешь, что если она хочет поднять брови, mm-hmm. допустим, поднимается этими точками, этими. Если ты поднимешь брови, у нее эти паттерны усилятся. То есть ты это сразу проговариваешь, что человеку можно, нельзя, хорошо, нехорошо, mm-hmm. когда она делала крайний раз, сколько держался токсин. Mm-hmm. Это вообще базовые вопросы, ну, и что она хочет. Mm-hmm. Потому что ты оценила, допустим, симметрию, несимметрию, и ты оценила состояние ПЖК, там, есть ли отеки, грыжи верхнего, нижнего века, mm-hmm. ты это все расспросила, а дальше ты спрашиваешь, что вы хотите. Mm-hmm. Ты понимаешь, как человеку будет красиво, понимаешь? Может быть, ей вот такая форма бровей, кто-то хочет ровно, если это мужчина брови, кто-то хочет вот так вот, вот так, кто-то хочет вот, вот немножко удивленный взгляд, mm-hmm. когда суперцели сильно работает, yeah. и расстояние короткое, и носоложный угол большой, mm-hmm. оно как бы вот так вот нависает, yeah. особенно когда балкон выражен, mm-hmm. называется балкон, да, yeah. над ровной дуги. И человеку нужно вот, вот расслабить вот тут и максимально открыть взгляд. И это все ты делаешь вот этими точками и верхними точками. Mm-hmm. И ты вот этот анализ делаешь изначально, ну, как бы в голове, спрашиваешь, как вы хотите, как было в молодости там, и так далее. Может, я сейчас тебе много чего наговорила, но я попыталась объяснить вот так вот в куче. Да, куче. Обобщать информацию. Да, потому что если она несимметрична, то и точки ты будешь ставить несимметрично, понимаешь? Изначально. Потом ты посмотрела в статике, ты смотришь потом в динамике. Потом она поднимает брови, сводит брови, и тогда ты оцениваешь силу мышц. От чего зависит вообще сила мышц? Ну, это так, чтобы ты... Не то, что тебя проэкзаменовать, но как ты думаешь, от чего оно зависит? Без понятия. Ну, ну подожди, ну, они бывают, они бывают разной формы. Да, так? Да. Значит, место крепления. Да. Так? Да. Есть понятие плечо силы. На ровной плоскости это будет одна сила мышцы, mm-hmm. если мышца просто вот ровненько идет. Да? Если, допустим, у тебя вот такой выраженный, допустим, ну, череп определенной формы, mm-hmm. то уже сила мышцы, в зависимости от ее, где она будет крепиться, будет больше или меньше. То есть от места крепления, от того она от площади крепления, mm-hmm. от того она перистая, или она у тебя вот такая вот длинненькая просто, mm-hmm. да? Mm-hmm. Два брюшка, одно брюшко. Вот. Они все имеют, вот, допустим, никто не говорит, какой точно формы корругатор. Да он разной формы может быть. Один это одно брюшко, два брюшка. Я, когда человек сводит брови, изначально беру карандаш, и я вот прорисовываю, это получается, типа, знаешь, эффект бабочки. Так вот, вот так она примерно получается. Ну вот то, что мы говорили, обязательно да, рисовать и потом... Обязательно. И вот эту технику я начала применять первое. Вот я не знаю, куда меня я применяла, может быть, кто-то еще. Но я начала колоть первое. Именно по диагонали сверху, потому что ты оцениваешь что, когда силу мышцы, начало, где она крепится, как далеко она заходит, mm-hmm. связь с другими. Ты должна прямо представлять, с какими мышцами лба она вообще в принципе переплетается. Mm-hmm. Потому что они когда работают в комплексе, то у тебя, знаешь, как вот паутинка и вот эти точки пересечения, крепления. Mm-hmm. И бывает, допустим, ты расслабишь, а у нее вот такая полоса появляется. Такое бывает. Ты расслабила, допустим, вот здесь, например, да, а у нее вот тут такие рожки, прям вот такие, прям рожки, прям вот, прям. То есть, что я тебе пытаюсь сказать? Если ты понимаешь форму мышцы, mm-hmm. ты понимаешь, где ее отключать. Потому что если ты отключаешь только одну часть, то mm-hmm. вторая часть
обязательно, это принцип, ну, синергизма такой. Если, парная мышца, всегда, если одна в гипотонусе, вторая вот в гипертонусе. Mm-hmm. Если мы рассматриваем одну мышцу, и просто у нее, допустим, брюшки, если ты одно расслабишь, второе обязательно возьмет на себя функцию. Mm-hmm. Поняла? Mm-hmm. То есть, соответственно, у тебя будет некрасиво, у тебя будет вот так как бы неровный лоб. Поэтому, исходя из этого, из формы этой мышцы, от количества брюшек, и понимание того, где она крепится и куда она вплетается, да, ты, по идее, должна повторять ход движения этой мышцы. Это касаемо именно коррогатора. Потому что если мы фронталис говорим, там вообще другая история. Но так как изначально все приходят с межбровкой, 99%, да, ты не можешь уколоть лоб без межбровки, глаза можешь уколоть. То есть ты должна понимать, как классно работать именно с этой мышцей. Вот. И ты должна понимать, допустим, сколько здесь депрессоров и сколько здесь леваторов. Леватор у нас один и куча депрессоров. Да. Да? Да. Ты должна понимать изначально, а что у нее больше работает, депрессоры или плюс-минус симметрично. Понимаешь? Иногда бывает такое, что встречаются пациенты, которые приходят, у них, если мы говорим о депрессорах, у них больше работают активнее коррогаторы. А процерус, он не так вообще нужен. Не работает, да? Бывает такое, что приходит как бы коррогатор нет, а депрессор сильный. Это вот то, что мы говорили, вот балкон такой нависающий. Значения не имеет. Это мышцы парные. И мы всегда колем одинаковое количество. Поняла? Обязательно. Да, то, что мы говорили, 3-3-3, там 5-5-5. А бывают женщины приходят, вот такой гипертонус сильный. Вот тогда иногда мы колем и 4, 4 и 4. А вот то, что Алла говорит по брюшкам, да, допустим, это втяжение вот эти, вот всегда смотри на втяжение, ямочки, вот попросту говоря, это вот те ямочки. Тут может быть две ямочки, а тут одна, поэтому колем две и одну ямочку. Вот. То есть я попроще объяснила, Алла уже больше, знаешь, конструктор. С конструктора, да, объяснила. Значит, с этим местом еще что, я не знаю, выходила, может, и наговорила, то есть начинается она глубоко, колешь глубоко. Заканчивается она поверхностно, колешь поверхностно. Это элементарно, ватсон, вообще элементарно. То есть, где бы она ни крепилась, где может быть втяжение вот тут, вот тут, вот тут может быть, две такие, как запятые. Где угодно. Это такая простая тема, почему люди ее не понимают, я не понимаю. Ты просто берешь, допустим, и ставишь белую поверхностную папулу в места крепления. Хватает 0,5 единицы. 0,5. Не, бывает... первый, нет, тот, который уходит вот смотри, от сейчас. Головы, первый, вот. Первое втяжение, обязательно я, одна единица. Я всегда работаю. Остальные по-другому. Там есть, если там 1, 2, 3, маленькую. 0,5. Смотри, вот. Хвост идет дальше. Допустим, он идет вот так, приблизительно. Так. У меня игла, соответственно, ну сколько там, 8 миллиметров, да? Я зашла, я понимаю. Мышца вот так расположена по отношению к кости. И ты должна это учитывать. Вот как она расположена по отношению к кости. Или она просто лежит, или она вот так идет. Вот. И вот ты заходишь, ты приподняла вот так вот. Лосечка, мы с ней проговаривали, она не будет так колоть. Она хорошо, будет колоть, я проговорю просто почему, вот касаемо вот этих единиц или полуединицы. Допустим, я зашла, углубилась, оставила 3 единицы, в зависимости от силы. 3 или 4, если мужчина, или 2, если там вообще ничего колоть. Оставила там вот прям в самой сильной части, вот где она начинается, 2, 3, 4 единицы. И потом прокапала, это технически можно там, ну, потренироваться, это недолго, прокапать. Протянуть вот сюда, чтобы немножко токсина по брюшку пошло. Я выбираю по диагонали. Так, не путай девочку, подожди. Это если ты колешь... Подожди секунду. Это говорим за коррогатор. Я пытаюсь привести ее к вот этим втяжениям. Так вот, а брюшка дальше. Даже если ты колешь вот так и поставила там 3 единицы, а брюшка дальше, у нее вот так оно продолжается. Да. Ты тогда заходишь уже не так глубоко, а более поверхностно и ставишь, допустим, одну единичку. А вот эти, как я называю, запятые, места вплетения, это может быть вот и соединение, допустим, вот процерус с коррогатором, допустим, вот у нас раз залом, два залом. Я всегда прерываю морщину и на лице я ставлю вот такие галочки, это называется прерывать морщину. Я кладу иглу, и везде, где у меня есть вот эти втяжения, здесь,
Здесь, где хвосты крепятся, я везде ставлю белые папулы. И таким образом, суть в чем? Равномерно расслабить. Это если симметрично. Асимметрию вы проговаривали, нет? Асимметрию проговаривали. То есть симметрию ты смотришь по отношению к средней линии лица. Какая бровь ближе, какая дальше. И если бровь это ближе, это значит что? Гипертонус. Что это брюшко работает сильнее, чем вот это. Соответственно, сюда ты уходишь на одну единичку больше. Это понятно? Про одну единичку не было. На одну единичку больше. То есть более сильный, а тогда более... А, вы еще не проговаривали симметрию. Мы проговорили другое. Брови, допустим, изначально они могут быть далеко друг от друга. Да. Медиальная грыжа, если есть, допустим, да, выражена, и у тебя вот кожа условно нависает именно в медиальной части. Угу. Иногда, когда ты колешь сильно корругатор, да, ты понимаешь, что брови разъедутся. Ты берешь, отводишь бровь в сторону и смотришь, не перекроет ли. Поняла? Не перекроет ли кожа, условно, верхняя века так, чтобы она не смогла накраситься. А, такое у меня было. Один раз реальный человек вот так делал, вот так, угу, только потом красится. Это тогда, когда бровки изначально низко. Угу. Вот как у тебя, низко и практически ровно идут. Если тебе, допустим, вот, если ты уведешь свою бровь в сторону, у тебя как раз кожа перекроет, поняла, верхняя века. Поэтому в ее случае у нее депрессор суперцилий не вколот. Поэтому если ей уколоть депрессор суперцилий, чтобы поднять ее, откроет. Угу. Мы проговорили это. Так, хорошо. Поехали дальше. Поехали. Есть какая-то картинка или нет? Ну, вот последнее. Я поняла, о чем вы говорите. То есть это все-таки больше про... Это не про суперцели мы говорим, правильно? Сейчас? А вот сейчас? Да. Смотри, это все депрессоры, которые работают в комплексе. Ты делаешь анализ в спокойном состоянии, угу, и в мимике. Угу. И ты смотришь, что получается, когда она сводит. И ты потому, как она свела, ты понимаешь, где тебе нужно больше расслабить, а где меньше. Вот и все. Ну, я не думаю, что еще я на первых этапах это буду сильно как-то понимать, потому что это уже более профильный уровень. И хотя бы, ну, стандарт понять в плане, как куда колоть. А уже оценку я не смогу на первых этапах сразу делать. Анечка, тебе кажется, первых пациентов ты расставляешь точки или мне, или Али,